Хейо, гайс, мишмики, мы продолжаем проходить, а если бы точнее, мы заканчиваем проходить игру под названием Street of Rage 2. Ну что, поехали. Робот на самом деле довольно сильный. Плутоний. Это у нас робот Плутоний. Отдай. Эх, чел, сорян. Теперь его тут зовут не медведь, а гризли. Ни хрена себе. Хорошо все-таки, что его не подпускал к себе. У него очень сильная комбинация. Мне интересно, босс будет как тогда, что я просто каждую секунду нажимал, ну типа, загрузиться, сохраниться, загрузиться, сохраниться. Он достал. Не, ну у него сильные все равно атаки, вот смотришь и понимаешь. Мы то рестлер. Не, подожди, если б я знал, я лучше с фулл хп буду. Ай-яй, а чё у него так много хп? Ну понятно, что у него ноги очень длинные. Буду тогда в подкате его атаковать. Не, бросок его тоже много забирает у меня. Вот гриф, похоже, вот этот самый сильный тем, что он постоянно в блоке. Его фиг попадешь. Ну, по нему можно делать так. Удар и подкат. Удар и подкат. Ай-яй-яй. Вот ногу всегда нужно остерегаться его. Прикидываю, когда, если здесь будет такое, что будут чисто все, поняли? Чисто все-все боссы сразу в одной комнате. Даже ГГ. Не, ну не хочу я с ним драться. Нет. Он сильный. Я даже не знаю, как его атаковать правильно.
Вот снова, видите? А-а-а! Почему он захваты делает? Со своими захватами. Мы с вами на всех пытаемся придумать тактики, но на этого не придумать. То есть, здесь нужно сразу подкаты херячить. А то он вас в подкат засунет. Ладно, так уж и быть. Я просто даже не понимаю, как может, можно ли ему захваты делать. Понимаете? То есть здесь на самом деле можно среагировать и сделать обратное. Да ёлы-палы. О, нет, нет, нет. Блин, почему? Он с разгона меня убивает так. О, слышали? Он в агрессию пошел, походу. Ого! Стоп, мы ж тогда... Я ж тогда отказался, если не ошибаюсь. Или это его сын? Почему он меня бросает, если я у него за спиной? Нихера себе. Опять он меня хватает почему-то, а не я его. Почему ты меня хватаешь? Хуя, я тоже могу говорить хуя.
Ну слушайте, ну он хотя бы не такой сильный, как тот был. Ну типа он на самом деле не такой уж сильный. Все? Да, да, если бы, скажите, если бы это было все. Не, видно, его сделали. Или не сделали. А не, его сделали намного слабее. Просто вспомнить с первой частью. Просто с кувырка. Если в первой части он был очень сильный, то здесь, ну, такое. Но хотя бы здесь, знаете, сделали в виде того, что здесь два босса финальных. То есть сам Мистер Икс и, как я понял, его сын. Если смотреть из союзников, то да, все-таки Макс, Майк, очень сильный. Так как у него очень много ХП, он довольно пробивает всех боссов сильнее, чем какой-то из оружий. Ну, конечно, кроме катаны. Если же брать по количеству новых врагов, новые спринты более картинка улучшена, да, то есть более детализированы. Есть новые боссы, это тот же ракетчик, есть пасхалки, поэтому, как говорится, все прикольно. Ну, конечно, по сравнению с первой частью, мир, да, то есть спринты, стали более не детальные. Если брать врагов, да, они более детализированы, но не мир. В первой части мир был детализирован, там какие-то частички, вода вот такая именно красивая, видно, что старались, много текстур. У нас еще есть в продолжении третья часть,
Я посмотрю насчет третьей части, что я смогу сделать. То даже, видите, нету выбора стороны, хочу я стать злодеем или нет. Вот и все. А тут еще сложность можно было выбирать. Я мог еще вообще легкую поставить, да? Ну там, скорее всего, либо хпшка у меня меньше бы отнималась, либо контишек было бы больше. Ну, вместе с воскрешалками. Скорее всего, воскрешалок было бы больше. Ну что, в принципе, я думаю, тогда на этом мы с вами закончим. Поэтому давайте я еще малого посмотрю. Посмотрим, как вообще малой дерется. Хера себе. Это что, Соник? Оказывается, с двойным нажатием наши персы быстрее бегают. Он очень быстрый, ребят. Ну, то есть здесь нужно играть через его скорость. Вчера у него способность дрель. Я хочу даже попробовать, а ну-ка. А, ну видите, она не такая мощная. Ну, толчок головой. Ну это да, такое. Ну что, в принципе, я думаю, тогда на этом мы закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.